Всем привет. Я улетаю из Москвы. Тут такая вечеринка. Легко воспринимающие жидкости, взрывчатые и отравляющие вещества. Уважаемые пассажиры, соблюдайте меры предосторожности в местах массового скопления людей. Используйте средства индивидуальной защиты, маски и антисептики. Кстати, я первый раз еду до аэропорта на Аэроэкспрессе. 500 рублей до Домодедово. 389 масок с Вайлдберриса. Я забираю, конечно же, с собой. О, господи, Ангелина, давай еще сломаемся. Все, я пошла. Ну, 0,8 я выпила, больше не могу. Она была водохлёб, как вообще только можно. Сейчас я вам расскажу, что такое женская боль. Передо мной у девушки взяли два шампуня, бальзам и еще и пенку для лица. И все это выбросили. Если бы вы видели ее лицо, когда она выбрасывала это в мусорку. Пенка новая, шампунь новый, все новое. Я смотрю и думаю, ну, если и это не боль, то что тогда такое боль? У меня все нормально, я женщина с экспириенсом, до 100 миллилитров, конечно же, но это трэш. Очень многие, смотрю, пытаются пронести воду с собой, ну, вручную кладь. И итог, просто все проходит дольше, потому что все равно заставляют выбрасывать, конечно же. Хотя, кстати, меня один раз в Турции не заставили выбрасывать. Она не была запрещенной. Так что так. Такие вот новости у нас. Если честно, у меня впереди такой движ, а я уже устала. Но ничего, она любила флай. Выпила водичку, но все равно придется покупать. Вот моя ручная кладь. Она была бизнес-леди, и ноутбук всегда был при ней. Губы надо накрасить. А вот то, что это. Я, кстати, вылетаю из Домодедова.
Не знаю, нравится мне или нет. Шереметьево самый большой. Внуково прикольный, маленький такой, классный. Домодедово самый далекий от my house, my room, my home. Киды. Люблю их. Yes, of course. Самолетики. Вот такая у меня обстановочка. Вот такая вот спортивная женщина. Ну что, идем дальше? А вы идете со мной, потому что, ну а как? Первый самолет, настроение. Я у прохода, обожаю это место. Когда еще я похожу по Еревану? Я еще колу зиру, а вы? Потому что ближайшие 8 часов мне нужно будет сидеть здесь. Это что за бандовый рай? Сейчас я это куплю. Ох, этот вкус, которого не было в Москве. За вас, за меня и за Армению, в которой я нахожусь в ближайшие 9 часов. Ну, лицо уже знаете, дает о себе знать. Ничего не понятно, но очень интересно за 2 доллара. Кстати, в Москве есть кола только с сахаром. В 3 раза дороже. Ну, в Кишиневе норм. Важная информация в 9 часов вечера для вас. Да, мне скучно, и что? Кому сейчас легко? Так что так, девочки. Ну что я могу вам сказать? Я не понимаю, как люди соглашаются на вот это вот мероприятие с этими пересадками. Ты после самолета уставший. И вот так вот ждать 9 часов. Я не знаю. Я уже 3-й раз хочу пойти в магазин. Просто чтобы что-то взять. Потому что, ну а что делать? Коротко про аэропорт в Ереване. То же самое, что в Кишиневе. 5 гейтов. Ну ладно. Она хотела стамбульского мероприятия. Сниму так, чтобы это было максимально стрёмно, ну, а кому сейчас легко? Я уважаю личное пространство задних людей. Щёчки красные, она ей было хорошо. Кстати, быстро скажу, честно, люди, которые снимают в общественных местах, это прикольно, потому что я экстраверт, я стрелец, я год тигра. Я Ангелина, то есть где-то что-то выступить, там подойти первой я могу, но вот я взяла телефон, да, не с этой стороны, а с той, ну, пару женщин, и они все на меня смотрят. Я понимаю, что когда кто-то идет и снимает, я тоже обращаю внимание, но я всегда думаю, блин, а вдруг это Ким Кардашьян? Вдруг Ким Кардашьян во Внуково, и я как бы увижу это, и... Но сейчас
И я как бы, ну, ничего такого, да, нужно чувствовать себя уверенной. Но с другой стороны, типа, я сразу думаю... Да, на самом деле, почему я иногда стесняюсь? Только потому, что мне кажется, что никому не интересно слушать, что я говорю, в том плане, что, ну, люди сейчас сидят вот так вот, и я начинаю. Всем привет, меня зовут Ангелина Тими. Ну, в этом плане, не потому, что мне стыдно там другие моменты. Ну, короче, не знаю. Что? Ну, ничего хорошего, я хочу спать. Мой график сна. Да. Кстати, я лечу из Москвы в Ереван, жду 9 часов, и из Еревана лечу в Кишинев. Ну, как вам так? Вы спросите, цель поездки, да? Цель визита? А я скажу слово из 6 букв. Любовь. Любовь зла. Любовь зла. Согласишься и на пересадку в 9 часов, понимаете? И все это ради одного человека. Главное, чтобы он ценил, ведь так? Ладно, человечек тоже ценит. После работы не поедет спать, а будет ждать меня до 6 утра. Пупсик-сюпсик. Ракурс, я сейчас просто знаю, когда я это увижу, ракурс, я скажу, Ангелин, ты видишь, что второй подбородок закрыл полностью лицо и просто не видно. Shine bright like a diamond, let's go, I'm just to be happy. А, кстати, мне очень-очень-очень-очень-очень нравится обстановка в аэропорту, потому что, ну, в Москве, конечно же. Потому что я увидела, мне кажется, звезд 6-7. Я увидела каких-то знакомых, ну, не прям знакомых, типа, ну, так. Каких-то блогершек, блогеров. Короче, вы меня поняли. И так интересно наблюдать вообще за этой обстановкой. Мужчина рядом сзади меня. Быстро про мужчин расскажу. Или не буду здесь. Короче, вот ты смотришь на мэна и думаешь, да, ожидаешь одно. Я вот сейчас же лечу с одного самолета. Ну, короче, вы поняли, с этой пересадкой и люди, да. Мы компашка людей. Трин-трин-трин. С пункта А в пункт Б, из пункта Б в пункт ГЖ. И ты смотришь, да, на людей и думаешь, ну, там, это. А по факту не может найти гейт, и не потому, что я типа шарю, а он нет, а просто, знаете, вот какая-то ситуация, как нужно быстро решить, и мне кажется, мужчина, он должен так взять себя в руки и сказать так, а он, а вы не знаете, где вы? Я думаю, ой, блин. Еще бы такого мужика рядом иметь, который сам не понимает, что он хочет, и я еще с ним, короче, просто история жизни. Как не уснуть, спросите вы меня. Да я сама не знаю, хочу спать. Я хочу спать. А домой я приеду, увижу своего future husband, у меня будет адреналин, я такая, и не смогу уснуть. Все легко, я вот эту же историю знаю 300 раз. 17 тысяч лет на расстоянии, вот эти вот все переездки, все... Я надеюсь, меня никто не слышит, потому что, вот видите, здесь люди. Кстати, как ресницы вам мои? Не расчесанные, но все же. Мне кажется, очень хорошо. 3D. Да потому что у меня свои не густые, и как бы 3D выглядит нормально. Если вот густые, то... Да. Выйду на связь чуть позже. Пойду смотреть запрещенную соцсеть. Я думаю, здесь без комментариев. Моя внешность говорит. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.